Ну, как это? Китаец там. Ну, он же уехал. Уехал, ждали. Он увидел нас. Мы пристали такие, стоим, он увидел. Он только, видимо, припарковался. Видно, что мы остановились. Нет. Ребят, всем привет. Знаете, что у нас сегодня на завтрак? Торт? Не, ну вы представляете это? Родители с утра съездили в магазин и сказали, сегодня мы завтракаем тортом. Разве? Да, красный бархат. Ладно, шучу, на самом деле вот бутики готовятся. Ну, у вас нет, да? У вас все-таки торт. Торт. У нас это обычное, мы обычно дома завтракаем тортом. Напечем тортов. Наполеон. Вот кто-то Наполеон скоро будет петь. Да, это Наполеон. Тифан делать? Тифан, да. Ну, Тифан тоже. Так, ну как бы на камеру придется пообещать. Да, да, я сделаю. Вот все, мы запечатлели это, засняли. Только терку куплю, чтобы обещали. Сделать торт. Торт и Тифан. Это знаешь, сколько еще ждать до день рождения? Так, а когда у Пашки-то? Да у него какого? 6-го, да? Марта? Да чем марта? Мы сегодня будем фотографировать Эмили с яблоками. Цифру 2 нам надо выложить. И представляете, сколько у нас тут яблок? Нам надо будет их потом кушать. Выкладываем. Вы имели сегодня фотосессия в честь как бы 2 месяцев. Логично, да? В этот раз мы сделали букву, цифру яблоками. Вот она уже 2 месяца. Смотрите, какая большая взрослая девочка. Красивая. Так нормально? Ой, какая ты классная. Да вы что? Какая классная. Ну скоро она не будет так лежать, будет бегать, и ты такая, типа, как же фотографировать ее? Прискочуйте. Смотрите, какая у нас тут вкусняшка. Картошка с морковкой из духовочки. Помыли Эмили голову, и Катя ее расчесывает этой расческой смешной. Такая приглаженная. То знаете, у меня здесь такой как бы точитый ирокез. Да, и он все равно встает там в волосы. Я думаю, сейчас они высохнут, и тут будет все равно такой типа единорог, короче. Она как бы панк. Блитинг. Давайте, ты что такая прилизанная? Скажи мне, куда ты смотришь вообще? Эми? Что-то я здесь понравилось на плече. Что такое? Мы разучили песню с Эмили, смотрите. Это бутылочка воды. Она может делать вот так вертикально, можешь горизонтально и вниз с пробочкой. Пожалуйста. И вот так она умеет сгибаться, крутиться, шуметь. И... Что еще умеет? Давай. Ну как учили? Как учили? Смотри. Умеет сгибаться, умеет шуметь. И? Как будто она хочет попить оттуда, такая. Ну скажи, что умеет эта вода еще делать? Смотри, как она умеет. Ого! Ты загораживаешь ее немножко. Ну скажи, что она еще умеет? Все. Она пытается. Да, она пытается. Так, хочет сказать. Хочешь прям сказать? Ее уже в руки хочет взять, мне кажется, она. Играть с ней. В новых носочках. Держи ее. Будем сейчас распаковывать вот эту коробку. А знаете, что там? Мы же говорили 40 раз. Ну, далеко не все не смотрят влоги каждый день, судя по комментариям. До сих пор спрашивают, что с ногой.
Ребят, мне, короче, проколола ногу. Чего? В двух местах вот здесь. И теперь она очень сексуальная, между прочим. Это стоит стирать каждый год. И мне зашили мениск и вставили. Так, давай я открою ее. В общем. Я открыл. Здесь разбивающийся коврик. Коврик для Эмили. Та-дам. Вот он. Вот он, да. Ну, сейчас мы его достанем, просто покрою, как он выглядит. Ты что там, как не знаешь, как достать? Да, что-то как-то там вообще жестко они приклеили. Теперь достаю. Понимаешь? Да. Вообще мы выбирали между ковриком, на котором, знаете, ребенок лежит на спине, и так вот идут дуги, и вот этим. И почитали, в общем, решили, что лучше коврик, чтобы она лежала на животике. Он как бы для развития лучше. Да, давайте объясню, почему. Давай. Потому, смотрите, обычный коврик, который, ну вот коврик, и тут такие сверху идут перекладины, да? Ну, показать, может, картинку? Да, картинку ставлю здесь. Давай. Вот. И к чему мотивирует, как бы стимулирует этот коврик ребенка? Просто лежать, смотреть вверх. Угу. До игрушек он дотянуться не может, потому что они высоко. И ничего он не может сделать, он просто лежит и смотрит на игрушки снизу, на жопки. Как бы вот так. Да-да-да. У него вот лицо, оно вот так и снизу на жопку. Как бы ничего интересного. И к чему ребенок стремится? Просто лежать, правильно? Угу. То есть, если вы хотите успокоить своего ребенка, просто чтобы он полежал вверх головой, ок. Ну, но в кроватке мобиль есть для ну, этого. Да. Но когда ребенок становится чуть старше, что вы хотите, чтобы он сделал? Чтобы он начал переворачиваться на живот и ползать. Правильно? Что для этого нужно? Чтобы он лежал на животе. Поэтому это вот такой коврик. Как он там работает-то? Сейчас покажу. А, ну все, вот. Это, вот это приклеенное я уберу. Вот сюда кладется ребенок. Как бы грудью, вот так. Ну, знаете, когда вот перекладывают их, ну, когда да, валики да. подкладывают, там еще что-то. Ты такой хайбухов, у него лежит, и вот здесь головка эта поднимается. Вот штучка тут специальная, хоп. Головка поднялась. Но вот эти штучки ты приклеиваешь всякие вот игрушки, там какую-то фигню, там вот бусики, вот эти, слышите, гремят, да? Угу, зеркальце. Зеркальце, вот эта пластмасса, между прочим, не пугайтесь, что оно не настоящее. Да. А, ну вот как тут нарисовано, короче, всякие ну, штучки. Да, да. И ребенок. Ну, ему интересно. Да, у него есть как бы мотивация дотянуться до этой игрушки, посмотреть на себя в зеркало, он держит головку, как бы шейку. Тренируют. И ну, вот всякие игрушечки там гремят. Он гремишь, он смотрит там. И в итоге он поползет. А если он будет лежать спиной и головой вверх, он не поползет, он так и будет лежать спиной и головой вверх. Угу. Правильно? Правильно. Ну и как бы удобнее выкладывать не на матрасик, типа с валиком делать, а вот на вот эту штуку сразу выкладывать. Конечно. Потому что детей уже, ну как бы, короче, надо на живот выкладывать. Ну как бы в курсе, да? Угу. Ну все, вот. Вообще Эмили сейчас спит, поэтому... Да, она проснется, и мы будем тренироваться. Но пока что я потренируюсь. Может... А еще... Очень похоже, между прочим. Вот примерно так Эмили будет делать. Может быть, постирать надо что-то из этого? Постирейшн? Помыть. Ну вот это вот я не знаю вообще, как стирать. Ну тут, наверное, написано. Так это в сушке быстро сейчас высушится. Да, это надо постирейшн обязательно. Ну. Здесь вот везде вот такие вот как бы крючки. Петельки. Петельки? Петельки, петельки? Как правильно? Петельки. Конечно. Вот здесь, они здесь. Все, они везде, повсюду. Вот. Все площади. Угу. Короче, как это все работает? Вот эти кругляшочки ты зацепляешь. Ну, допустим, здесь ты хочешь прицепить зеркало, да? Все,
все такое разноцветное. Ты вот так вот продеваешь. Придется показать кису. Да. Хоп. И это зеркало цепляешь также вот сюда. Помоги, пожалуйста. Давай я вот это подержу. Давай. Все такое разноцветное, чтобы ребенка типа приманивать. Ну да, конечно. Яркое. Ну и все. И ты вот так вот раз зеркальце поставил. Ну или там повесил вот эту побрякушку, погремел. И ребенок раз смотрит на нее, как бы шейку держит. Может ползти в итоге потом будет потихонечку типа. Ну тянуться за игрушками, хватать их. Да, там. Смотреть вот тут на себя. Потому что уже она, ну, бодрствует много, ее надо, ей все интересно. Да, вот пусть ползает, тут лежит, руками машет. Ну. Прикольный такой, нам понравился, мы его сразу купили. Угу. Хотели заснять и показать вам, как Эмили ползает на этом коврике, она там руками всякое будет делать, но она спала, и потом, когда она проснулась, коврик стирался и сушился. И потом, когда все было готово, Эмили опять уснула, и сейчас уже очень поздно для этого всего. Она поела, не будет же с животом, с полным ползать на нем. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, обязательно покажем, как Эмили на нем ползает. Вы еще 400 тысяч миллионов раз это увидите. А это очень интересный процесс. Вообще у нас такие, знаете, родительские влоги, все нашей дочки. Но вы как хотели, мы теперь родители, папа и мама. Теперь у нас есть бабушка и с дедушкой, вы понимаете? Все, наша жизнь вот так вот вся перевернулась. Теперь Эмили номер один. Ну а если наша жизнь поменялась, то хотите ли вы этого или нет? И формат влогов тоже поменялся. Логика. Мы уже готовимся ко сну. Так что будем с вами прощаться. Увидимся завтра. Всем пока-пока.